Всем привет, меня зовут Антон, и с вами магазин Доски Шоп. И сегодня, наконец-то, долгожданный обзор на нашу новую поставку. Поехали! Итак, ребят, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это вот на такие крутые вилочки от Striker, модель Revus. Эти вилки под iHeek, выполнены из алюминия 7075, стандарт вмещаемых колес до 125 мм. У меня в руке представлена вот такая вот прикольная расцветочка. В принципе, вилка довольно прочная, выглядит очень прикольно, очень круто. По этой вилке, наверное, все. Давайте перейдем к другим моделькам. Первая модель уже от фирмы Urban Art. Это компрессор второй версии, сделана из алюминия под систему SKS и HIG. Очень прочная, очень крутая вилка. Сам на такой катаюсь, проблем никаких не возникало. Очень качественно, добротно сделано. Вторая модель — это Urban Art Smith. Сделана из цельного куска алюминия, как видите. Выглядит очень прочно тоже, надежная вилка под систему SKS и HIG, также стандарт 6-й шестигранник. В принципе, все. Дальше хотел бы рассказать о хомутах Urban Art. Хомуты под SKS, стандарт, на 6-х шестигранниках, 4 болта. В комплекте идет блинчик, болт также под 6-й шестигранник. Выглядит тоже довольно надежно. По мне, так очень крутая СКС-ка. В принципе, все. Итак, далее колеса от Striker. Это модель Leti Full Core. Я выбрал вот в такой вот прикольной расцветочке космической. Очень красиво, очень прикольно выглядит. Стандарт, подшипник Ябок 9. Крутится очень хорошо. Колеса довольно качественные. Гелик по жесткости 84А. Это довольно мягкие Full Core. Очень, очень хорошие и качественные колеса. Далее к нам пришли вот такие крутые модельки от Proto. Про модель Чемы в двух расцветочках: шоколад и молочный шоколад. Очень красивые, очень стильные, крутые колеса. По качеству сказать могу только одно: эти колеса проверены временем. И, кстати говоря, о времени. Пришла еще одна моделька про модель Исака, которая называется Time's Up. Это фулкоры, выполнены вот в такой вот прикольной расцветочке. Очень качественные, очень хорошие колеса. В принципе, все. Теперь давайте перейдем к основной части нашей поставки. В первую очередь, это деки. Деки, лаки. Первая моделька — это Axis, самая обычная, в черной расцветочке. И три промодельки. Первая промодель — Siafoam, вторая — John Marco, и третья — Cody Flom, второй версии. С этими досками все. Теперь перейдем к самому интересному, чего вы все так долго ждали. Это доски Urban Art. Здесь представлены модели Prima и Bone. Во всех цветах, во всех размерах. Все это вы можете посмотреть на сайте, вся информация будет там. Ну и теперь давайте перейдем к рулям. Итак, что касаемо рулей, приехало три новые модельки. Первый из них — это Urban Art LeBaron. Руль оверсайзовый под SKS. Если сделать пропил, можно также поставить под систему HIG. По параметрам высота у него 70 см, ширина 62 см. Очень прочный, надежный, хороший руль. Дальше Striker Essence. Очень легкий, очень надежный, очень крутой руль. Весом всего 814 грамм. По параметрам 67 сантиметров в высоту, 58 сантиметров в ширину. Оверсайзовый под систему HIG. Также можно поставить SKS-адаптер и поставить под систему SKS. И напоследок, самый крутой руль, по моему мнению, в этой поставке – это руль Striker от Tony Castillo. Представлен он в трех расцветках и в двух размерных сетках. Первая – это 67 см в высоту на 60 см в ширину. И второй – 71 см в высоту и 60 см в ширину. Оверсайзовый, под SKS, либо системы HIG. С рулями, в принципе, все. Также приехали рулевые в шести различных расцветках.
О них рассказывать, думаю, нечего. Стандарт, обычные промышленные подшипники, стандартный пыльник под систему СКС или ХИК. В принципе, все. С остальной информацией вы можете ознакомиться на сайте. Подписывайтесь на наш канал, ссылочки будут в описании. С вами был Антон и магазин Доски Шоп. Всем пока!